скандал с липовыми приемами врачей вмешалась областная прокуратура. Пользователи соцсети активно обсуждают, что через личный кабинет на сайте госуслуг ими получена информация о посещении врачей и оказанных услугах, хотя в больнице эти люди не обращались. Надзорный орган готов посмотреть сомнительные документы граждан. Прокурорам нужна фактура, чтобы понять масштабы проблемы и предпринять меры по ее решению. Прокуратурой области инициировано проведение проверки исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Граждане, располагающими сведения о таких фактах, могут обратиться с письменными заявлениями в органы прокуратуры Ивановской области по местонахождению медицинской организации, либо в прокуратуру Ивановской области по адресу город Иваново, проспект Ленина, 25. Можно отправить электронное письмо. Адрес электронной почты указан на официальном сайте прокуратуры Ивановской области.